Пословицы и поговорки русский народ сочинял на протяжении многих лет, а кто-то употребляет их в повседневной речи. Какие пословицы и поговорки помнят ивановцы? Давайте узнаем. Где родился? Там и сгодился. Где? В городе Иваново где? Где родился? Там и пригодился. У Иваново. А вообще, вот вы пользуетесь пословицами и поговорками в повседневной жизни? Употребляете? Да. Что, например? Ну, я сейчас не могу вспомнить, потому что... А зачем вот так вот употребляете? Ну, я не знаю, привыкла, нас так учили в СССР. Ну, как бы, такое образование было и со своими детьми, я коннектирую, и как бы... Я разными словами разговариваю, ну, и как бы в удобных случаях, ну, в применимых, естественно, я применяю. Ну, как зачем? Во-первых, речь получается более такая интересная. Не знаю, мне кажется, что это просто необходимо. На каждый роток... Не, на каждый платок. Не буди лихо. А, забыл. А вы... А, оно... Не вот. Буди лихо, пока оно тихо. Роток. Ну, как там, как продолжается? Не накинешь? Не помню. Не буди лихо. И тихо. Пойдешь за правдой, сотрешь. Любишь кататься? Люби саночки возить. Любишь кататься? На чем? Люби саночки возить. На каждый роток? Ну, как думаете, как можно продолжить? Сток. А вы вообще пословицы и поговорки употребляете в обычной жизни? Бывает. Какие, например? Ну, которые вы повторили. Все эти? Обязательно. А вот при чем богаты, тем и рады употребляете? Да. А зачем? Дал Бог зайку, найдет и лужайку. Все эти дела, да. А зачем вообще их употребляете? Ну, для связки слов предложения, если это попадает в тему. Вот. Да я, нет, я вообще-то, ну, так молюсь, Бога верю. Большинство ивановцев помнят самые известные пословицы и поговорки, а кто-то даже использует их в повседневной речи. Юлия Семина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».